Всем здорово, народ. Продолжаем проходить Dark Souls 2. В прошлой серии убили двухстороннего босса с двух сторон, у которого лица и туловище сиамского босса. Сейчас мы, короче, отправимся. Я решил... Заберем у Денниса, Денчика, лут и убьем его. Короче, чтобы уже до конца пропылесосить от леспавших гигантов. Чтобы уже все было ок. Значит, еще локации, которые я проходил уже, я хз, что я там пропустил, если что подсказывайте, потому что я нихера не помню. Точнее, не помню, не знаю, где что находится. Так. Где он есть-то? Вот Деннис идет. Денчик, давай мы с тобой будем все аккуратно делать. Ню, кстати... Да, блядь. Не-не-не. Наверное, мы не одну попытку будем травить. Смотри, что он исполняет. Ну, это вообще песос. Урон, ну, конечно, реально... Конячий. Попить? Ну, я думаю, сейчас я его, короче, раскачу. Да? 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 Хорош! Типа, с First Try. Я помню, я когда проходил в прошлый раз, я вообще, типа, на нем умирал. Что за кольцо чистой лазури? Ну, это, короче, такое, типа... Блин, я тут задумался, может, чуть-чуть качнуть себе хилочку? А то что-то я какой-то прям вообще ракалыч без нее. Ну, типа, я имею в виду клерика. Навыки. То, что мне... Я как в прошлой серии, когда посмотрел, что этот чел исполнял, мне вообще понравилось. Я тоже так хочу. Типа пиздить-пиздить и хилиться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Черепашки-ниндзя, 4 штуки. Вот они все слева направо. Донателло, Микеланджело, Рафаэло и Леонардо. Ну, они что-то по одному пока выходят. Нормально. Блин, такой резкий. Забыл про четвертый удар. Ладно, кайтим. Два удара сразу дам. Отхилиться. Ну, застряли просто жирные уроды. Минус еще один. Все. Сейчас будем делать черепаший суп. Да бля. Ой-ой-ой. В этот раз я не попадусь на это дерьмо. Готов. Ого. Ты чё, больной? Отходим. Подхил. Узко-узко. Оп. Хорошо. И все. Наверное, была самая сложная часть на этой локации. Так, мне просто надо облутать крышу и забрать еще с той стороны вот эту штучку. Я не знаю, что там, но хочется уже нормально все сделать, чтобы все собрать. Здорово. Я видел тебя через селочку. Эти, короче, уже вообще с одного падают. Они мне уже даже не противники, я считаю. Тут нихера. Идем наверх. Все, теперь можно спокойно облутать. Кнут. Еще один полуторный меч. Спасибо, у меня уже есть один. Душа и 300 шелка. Ну, такой себе лут на самом деле. Я думал, что будет пожирнее. Ладно, чего уж оставлять его тут валяться. Я так думаю, надо пробежать тут. Либо нет. Давайте я их разнесу тоже. Они тоже ваншотные. Вот так вот двоих сразу рубим. Еще скелеты. Готов.
Готов. Это вообще не трудные враги. Тут еще можно кого-то призвать. Зачем? Надо, чтобы с черепашками справиться. Я, кстати, никогда не проходил Dark Souls и дополнение. Типа, я вообще не подозреваю, даже не знаю, что там. Но говорят, там очень сложные боссы. Ну, в этом прохождении, я думаю, мы дойдем. Сами узнаем, что там вообще происходит. А, стоп. Показалось, что сзади какой-то чел идет. Не, ну с полуторки, конечно, мне кажется, не очень приятно этому черепахичу. Что я с ним сделаю? Что я с ним делаю, точнее. Иди ты, больной. Думаю, надо хильнуться. Хилимся. Сейчас пойдем заберем штучки. Так, а что ты продаешь, кстати? Может, что-то интересное есть. Так, это надо запомнить, что она продает. Ну, в принципе, она приместится в Маджулу скоро. Я думаю, поэтому... Тут так Стимба. Ее раньше не было, она появилась в дополнении. Точнее, с появлением дополнения она появилась. Правильно так будет сказать. Возьмем у нее одну фигурку, может она теперь телепортируется в Маджулу. Все, настало время идти дальше. Все, до свидос. Она, короче, пойдет в Маджулу. Теперь она там будет сидеть, кайфовать. Так, убиваем. И этого. Что так много ему идет-то? Почему его с трех ударов положил? Странно. Ну ладно. Я не против. Я просто не знаю, блин, где искать осколки фляг с Эстусом? Почему у меня только две? Я уже как бы нехерово так прохожу. У меня же должно минимум 3-4 быть их. А их две. С двумя типа очень дискомфортно играть. И хоть сраные самоцветы тратить, все это говно. Короче, мне не нравится двумя. Так, ладно. Облутать низ возле решетки. И все. В принципе, тут вроде ничего не забыл. Можно будет двигать следующую локацию. Так, тут у нас что? У нас... А, кстати, во! Сейчас мы в Маджуле еще эту хату этого дурачка откроем. Это обязательно надо сделать. Может, возможно, там, кстати, осколок фляги с Эстусом. Потому что что-то у меня... Флэшбэки такие, то что там было что-то наподобие этого. Так, умри. Куда-то меня вела дорога приключений, но однажды мне прострелили колено. И я в прошлой серии со стрелой в голове. Так. Че, в хату прыгнем? Ну ладно, хотя бы так, спасибо. Спасибо и на этом. Но было близко. Потому что я чуть не сдох. Так, это выход туда, мне туда не надо. А вот тут вот у нас как раз выход к этой решеточке. Чё тут, осколок титанита? Ну... Это какой осколок титанита? Да маленький, нахер он срался вообще. Полезная вещь. Что-то броню можно улучшать только. Так, все, пойдем. Короче, у нас такая серия будет сегодня. Не знаю, дойдем мы до боссов или нет. Чисто пройти, пособирать все, что я раньше не мог собрать. Либо то, что я пропустил раньше. Такая серия. Лайтовенькая, короче.
чистый лайт. Идем, открываем хату. После этого еще... Короче, я придумал, что мы сделаем. Это будет для вас сюрпризом. А, кошечку я не показывал. Вдруг кто не знает вообще. Вдруг кто еще не играл в Dark Souls. Мне кажется, мало таких людей. Вот, говорящая кошечка. Она, походу, спит. Короче, она там всякие истории рассказывает, но мне... Я чуть не уебал ее мечом, извините. Мне это не особо, короче, интересно, что она там рассказывает. Так, обыскать хату. Это интересно. Ключ мы получили еще хер знает когда, я просто забыл. Забыл на эту хату. Ключ камень Фарос, отлично. Скелетики всего лишь. Это мы не боимся. Человеческая фигурка. Плюс. Осколок фляги с Эстусом, да ладно. Это отличная новость. Три уже не две. Уже будет посексуальнее, я считаю. Тут ничего. Тут. Один костер главный, я так понимаю, это Маджула. Скорее всего, да. Так. Почему-то еще звуки придения. Я же все убил. Убил скелета. Так, а как тут подняться на второй этаж еще? Меня интересует этот вопрос. Ага, вот. А, нет. Вот. На втором этаже у нас... Нихуямба. А где? Тут еще лут должен быть какой-то. А, вот. Осколок титанит. Это три штуки. Нормально. Это неплохо, кстати. Так, это стол. Я думал, это сундук. Ладно. Ну, в принципе, тут все. И сейчас еще одного покажу. Прикольчик один. Сюрприз, про который я вам говорил. Отправляемся не сюда, отправляемся в самую начальную локацию. Здорово, бабки, давно не виделись. Чьи же это следы, как вы думаете? Вот он. Вот этот урод. С него падает кольцо. Кольцо нам надо... Гляньте, какая задница. Не знаю, я думаю, он... Сейчас нам не составит труда. Типа... Я уже довольно раскачанный. Поэтому его легко раскайтить. Ой-ой-ой. Беру свои слова назад. Отходим. Ничего себе ты. Я уже аж испугался, аж перекатился, блин. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Хилка. Не, он очень неудобный, блин. Он резкий. Он резкий, я нихера не успеваю за ним. Короче, мне кажется, даже удобнее будет без таргета. Ой-ой-ой. Да ладно, только не шотни, пожалуйста. Я сдох. Вот такой вот микро-пипиндер. Микробосс. Микрохуесос. Ну, это жестко.
Но надо его все равно убить, в любом случае. С него падает хорошее колечко. Может через щит? Ну, короче, блин, я буду играть через одноручку и щит. С такими врагами, которыми не могу справиться. Короче, у меня будет два комплекта оружия, в любом случае. Просто этот меч порежь чуть-чуть побыстрее. Давай. Присел. Я в другой стороне. Если ты хотел на меня просесть, дружище. Не, ну у него просто урон. Вообще. Жесть. Да ладно. Щит не вариант, походу, ребят. У меня за два удара всю выносливость сбивает. По боку ему. Падай. Ну все, это ГГ. Кстати, такой урон на ручке этой конченной. Прям вообще. Вот каменное кольцо, важная вещь. Мы возьмем его вместо вот этого кольца. Дополнительно снижает равновесие противника. То есть, когда я буду бить, будет доп шанс, то, что он застанется. То есть, это уже с кайфом. Очень жесткая тема. Так, тут у нас лут есть. Лут нет. Короче, этот готов. Я думаю, ну, раз мы уже начали с этого, надо еще одного того, такого же перца завалить. Находится он у нас в лесу павших гигантов, там, возле водопада, кажется. Вот, тут прям тут. Его тоже надо аннулировать, поделить на ноль, как говорится. Давайте сначала кентиков разберем, чтобы они нам не мешали. Не, ну, я эту одноручку хорошо выкачал. Она прям неплохо так дамажит. Так, вот он наш обезьян. Я думаю, сначала надо вытащить первых из воды, потому что в воде с ним драться вообще не вариант. Вот про что я. В воде перекаты короче, плюс медленнее перекаты, плюс сам персонаж двигается медленнее. Ну, а третий удар? Нет! Хорошо. Вся жизнь перед глазами проскочила. Да ладно. Два даем. И в отход. Да нет, стой, не спеши. Отходим сюда. Пьем. Возвращаемся. Если он меня схватит, как это в прошлый раз, то пиши пропало, потому что он меня убьет. Умри! Хорошо. Тут, кстати, пожирнее, как будто бы, чем прошлый. Ну, сегодня ни хера не выпало, он беспонтовый. Ладно. Ничего страшного. Так. Давайте Маджулу. Блин, не знаю, что делать. Полуторка, либо одна ручка плюс щит, либо и то, и то. Так, отдадим ей осколок, чтобы она улучшила мне флягу. Ой, сори. Новый уровень. Ну чё, идем силу. Пока всего идем, да. Перекатов хватает, но не хватает силы. Так, а сколько надо для двуручки? Еще топор у меня такой, алебарда. Тоже сильная вещь. Для двуручного меча надо 28. Ну, я думаю, мы это сделаем так. Все, короче. Берем полуторочку нашу. Плюс 4. Ну, полуторочку берем и отправляемся. Давайте... удаленную башню сразу. Я всегда оттуда прохожу, мне там больше привлекает. Блин, а может в этой серии нахрен удаленную башню попробуем убить того перца дракона? Что-то мне кажется, я смогу.
Чтоб уже хвосты все позакрывать, которые у нас остались. Я считаю, это будет как раз до конца серии. Думаю, за минут 20 мы справимся с поставленной задачей. Если не справимся, будет печально. Ладно, если чё, если чё, ничего страшного, обрежу. Ой, я прям на него пошел. Вот я идиот. Так, отойти, попить надо. Блин, хорошо, что он тупой. Ой-ой-ой. Вот, видите, они начали станиться. Благодаря кольцу. Если бы не кольцо, они бы не станились. Ну, это было очень сложно, ребят. Типа, вообще. Вообще очко. Я не знаю, как с ними бороться. Не успел меч поднять. Но это у вас дубина и самый большой рейдж атаки. Рейндж атаки самый большой. Так, забираем. Бледный камень. Прикиньте, это еще у меня впереди дракон. А у меня уже хилки нет. Да, блин, это вообще реально. Вон он лежит, кстати, дракон. Видите, красное пятно. Первым делом вот этого убить. Пробовать, по крайней мере. Раскаятить его. Он обычно два удара делает. Вот он два удара сделал. Я начинаю его разминать. Капец. Ну он жирный, кстати, я хочу сказать. Ну, не такой уж он, блядь, и легенький. Он типа... У него хп больше, чем у этих вот стражников. Так, один готов. Надо было у бабки купить самоцветов в жизни. Я что-то протупил. Ну ладно, а где он? А что он тут стал тут? Давай. Давай драться. Оп. Не, как-никак, но полуторочка все равно хоть что-то она блокирует. Но в основном лучше не блокировать, а выворачиваться. Все, готов. Старый доспех рыцаря. Ух, если я его на себя одену, то, мне кажется, я даже с места не сдвинусь. Так, угу. Но опять вот против двоих сразу сейчас будет опять веселуха. Если бы хотя бы один подошел сначала, потом... Он отходит, кстати, рыцарь этот. Не отходит нихера. Два удара разводим. Может... Шотну. Да, убил. Фух, последний удар очень, кстати, близко был. У рыцаря этого. В старых доспехах, которые... Сейчас сразу три удара и все. Ага, четыре. Хорошо. Так, ну блин... Мы близко, поэтому я, наверное, повешу все-таки хилку. А у меня только одна, да? А у меня больше реально нет хилки вообще никакой. Но есть монета вот эта вот. Че еще? Хилит все. Конечно, жалко это все отдавать, но а что делать? Блин, было там... В начале локации надо было вот эти шелковистые камни слить. Ну, ладно, это потом мы сделаем. Короче, жесть. Я хочу сказать, полная жесть. Без хилок. Тут бы где-нибудь костер рядышком вообще было бы идеально. Но вот эту всю толпу мобов проносить еще раз, это тяжело. Вот с копьем, он, кстати, меня может шотнуть, мне кажется. Да ладно, ты еще, блин... Я не знал, что он садится вот так вот. Я думал, он... Ой-ой-ой! Да ладно. Не-не-не. Он вообще какой-то неадекватный, он пожестче. Чем с мечом. У него движение вообще аутиста полного. Плюс он по три удара делает, не по два. А я уже привык, что они по два делают. Хилок вообще нет. Но я не знаю, короче, мне кажется, я не вынесу. Так, три удара он сделал, да. И вот ему сразу ответочка за это. Так, дальше у нас дракон.
Дракон, а лечиться-то нечем. Абсолютно нечем. Ну, что поделать. Дракона надо килять. Прям под него между ног ему залезть надо. И по ногам ему давать. Ой, как ты придавил ты меня? Ну, кстати, дракон вообще такой себе. Щит дракона. Прикольно. Сейчас посмотрим, что это такое. И окаменелость какая-то. Опускаем мост. Что там за... Во-первых, щит дракона посмотрим. Такой вот щит, кстати. Блин, выглядит секси. Мне нравится. Возможно, я бы даже, наверное, себе его ставил. Посмотрите, он неплохой. Я бы, наверное, его сделал как основной щит. И что там еще? Каменилась какая-то дракона. Что там выпало? Это, наверное, улучшалочка. Да? Ну да, это какая-то каменелая кость дракона. Не знаю, куда она улучшает. Что она улучшает. Так, пойдем мы, наверное, с длинным мечом и щитом. Потому что по-другому мы не справимся. Плюс, вообще непонятно, как мне хилиться в этом бою. 10к душ у меня. Старый самоцвет один дали мне, спасибо. И что мне еще дали? Человеческую фигурку 5 штук. От души, ребята. Это будет легендарная битва. Поехали. Ферстраем без хилок драконьего всадника. А, древний драконоборец. Я ошибся, извините. Мувсет я его примерно знаю. По хп, кстати, у него так жирненько. Да не особо жирненько, кстати, я, наверное, погорячился насчет жирненько. Отойти, потому что он мне все хп вынесет этим приемом. Вообще, я даже не нервничаю, я сейчас на расслабоне играю. Мне кажется, это самый лучший подход. Ой-ой-ой. Отойти. Хорошо. Я полностью расслаблен. Я просто... Как кремень. Просто камень. Ну, лети, лети. Два удара. Еще раз. Два удара. Столб помешал. Ну ладно. Два удара. Ой-ой-ой, да ты чё, дядя? А он мне вообще урон нанес? Это просто было изичное. Ребят, ну это лайк. Лайк, подписка. Просто на расслабончике убил. Ну, он, кстати, не такой уж легкий босс. Он сложный на самом деле. Может, я просто привык к нему уже. Ответный выпад, кстати, это тоже такая вещь интересная. Что это такое? Это, вот, например, он бил меня копьем, и если бы ударил его в тот момент, пока он меня бьет, и, ну, типа, я увернулся и ударил, это называется ответный выпад. Ответный выпад нарисован вот, вот он. Вот, вот это вот он идет. То есть плюс к урону. Такой вот ответный выпад. Слишком одни щиты, мне кажется. Драконий щит, башенный щит, щит клирика. Ну, башенный это огромный щит. Даже вот так вот можно сделать, но это типа беспонтово, я считаю. И щит клирика. Ну, короче, ясно все. Я думаю, мы сейчас все уберем. Вернемся к нашей полуторочке, с которой мы пронесли. Что ты мне скажешь?
Be gone. Be gone. Короче, он меня посылает далеко и надолго. Даже не потратил старый лучистый самоцвет жизни, вы представляете себе? Это вообще жесть. Типа, это жестко. Так, тут у нас костер. Блин, тут, кажется, есть скрытая стена. Или нет. Либо меня опять троит, либо это не тут, реально. Не. Тут нет скрытых стен. Зажигаем наш костер. Отправляемся в Маджулу. Тратить души. 30 душ. Как-никак. Так. Новый уровень. Продолжаем задрачивать силу и заканчиваем. 28 вроде надо. Теперь вот так вот. И все остальное сюда. Угу. Угу. Отдыхаем. Сейчас, если я заюзаю, интересно, мне хватит на ароматный вид? Ага, мне тут юзать нечего, у меня одна штучка только. Ароматная ветвь вот у меня есть, в принципе, одна. Что ты, чем ты торгуешь? Что у тебя появилось? Может, что-то интересненькое? У меня ничего не появилось интересненького. Ну чё, гоу. Чуть-чуть пронесем момент этот. Следующая локация. Ну, блин, тут так заферстраить башню, это прикольно, типа, я вообще, ну... Просто молодец. Сам не похвалишь, никто не похвалит, как говорится. Так, этот... Ну, он такой, типа, лошок, на самом деле. Этот моб. Он выглядит грозным, а на самом деле, вот такой вот парниша. Так, как тут делаем? Страта у нас такая. Упасть. Резко. Залезть. Резко также. Убить вот этого. И... сделать бум. Такая у нас стратегия. Так, все сделали. Заходим сюда. Здорово. Блин, ты что делаешь? Мне кажется, раньше он такого не делал. На самом деле, я знал, что он появится. Я запомнил, где он появляется. Не с той стороны я пошел, ну ладно. Блин, вот видели его бусет теперь новый? Вообще неадекватно, я бы сказал. Он какой-то стал... Он стал быстрее, плюс новые движения. И вот так, так же... Ой-ой-ой. Это так, я бы сказал, проблема. Неправильно закрутил. Да ладно. Да ладно ты. Я хочу реванш. Я сейчас как Рагуль сыграл, я очень ракально сделал все. Вообще, да хер они суют каждый момент этого преследователя. Типа, чтобы у меня очков пригорело, оно не пригорит. Типа, я его не боюсь, как бы. Просто, если он меня реально выбесит, то я возьму щит и одноручный меч и разъебу его. Зачем ему, типа, его всувать просто? Кто-то знает? Никто не знает. Причем его и не сували раньше, вот в чем прикол. Его-то и не было. Блять. Бочку взорвал. Ну. Ничего страшного. Даблкил. И третью. Все. Реванш будет с этим уродом? Я прям хочу. По-любому, да, он должен появиться.
А давайте его чуть-чуть, чтобы он чуть-чуть прихуел, сделаем. Бля, мне кажется, у него как раз защита темной магии, я дебил. Он же бьет там что-то темным, не? Да, вот. Реванш будет. Отлично. Отлично, наша схватка будет легендарной. Сосать. Хороший блок. Там еще дырка вот эта в полу, она мне вообще не нравится. Угу. Ну давай. Давай еще. Он даже похилиться не дает. Он стал быстрее намного. Помните, как я его убил в первый раз? Он вообще, типа, не такой был. Ну что ты даешь мне? Мерцающий титанит. Неплохо, кстати. Кольцо серебряной змеи, человеческая фигурка. Ароматная ветвь былого. Еще одна. То есть, ну. Прогресс. Ароматная ветвь былого — это хорошо. Кольцо с серебряной змеей — это больше душ. Кольцо чистой лазури плюс 2. Использование заклинания. Оно сильно, наверное, ускоряет, раз оно плюс 2. Ответный выпад. Ну, это неинтересно. Короче, пока так. Не зря я его убил, то есть. В принципе, норм получилось. Плюс душ намолила за него. Отлично. Так, двигаем дальше. А что там вот внизу? Ничего нет? Я ничего нет. Я думал, там какая-нибудь нычечка. О, наша подруга. Лукатель. Не, хорошая барышня, хорошая. Помогла мне тогда с этим. Старинный ключ. От чего он, я не помню. Помогла нам с этим пиратом. Сиамским. Молодец, молодец, девочка. Тебе доводилось слышать о нежити, говорит? Вы мое лицо видели вообще? И чё ты? Ты чё ты своё показываешь? У тебя там только половинка. Посмотри на моё, блядь. Я уже полностью зомби, труп нахуй ходячий. Короче, ее доливает усталость. Так иди пизди вон этих дурачков, они тебе будут останавливать все. Душу тебе давать. Тут человеческие фигурки жри, и все классно будет у тебя. Самоцветик. Самоцветик. Судолуптик. Ага. Вот зачем мне дают эти ароматные ветви былого. В любом случае нам надо открыть этот проход, потому что... За этим проходом босс. Это чё ты? Сдохни. А чё ты такое? Тут бы дали что-то с него. Ничего не выпало. Так, вот они бегут. Сейчас мы их будем тут принимать на выходе сразу. Смотри, какие они уверенные в себе. А вот так вот. Ладно, они до сих пор продолжают быть уверенными в себе. Отходь. Ты чё тут делаешь? Ты чё, сумасшедший? Даем круг. Почета. Минус один. Отойти. Да он еще какие-то фаерболы метает. Он вообще, короче, идиот какой-то. Взял, пришел сюда. Тебя не звали сюда? Уйди. Я специально его оставил. Я думал, он не пойдет. Я видел его. Но он взял и, короче, решил сделать все по-своему, блядь. Опять я без хилок. Эх. Ладно. Три фляги с Эстусом — это просто... Просто... Просто плакать хочется, если честно. Хочется штук 10 их. Тогда было бы идеально. Тогда по нему не все... Тогда я ферстрайл всех боссов. Ой-ой. Ой-ой-ой, какие вы умные, блядь. Отойти. Ладно, давайте возьмем самоцветик.
Блин, нихера себе, он взорвался. Ну это, короче, какой-то жесткий самоцвет, да? Старинный самоцвет жизни. Он, наверное, там, блядь, хилит. Такие, как у меня полоски 4. Так, готов. Видите, хилка до сих пор идет. Он жесткий, реально. Надо юзать прям на босс-файте. Чё стоим? Чё стоим, кого ждем? Готов. Самоцветик жизни. Спасибо, ребят. 3 штуки, кстати. Рискнем. 12 кадуш. Какой-то я рисковый в этом прохождении. Чистый самоцвет жизни. Вот тут вот, вот, вот на этой локации двери открываются. Двери. Стены открываются. То есть тут много скрытых стен. Давайте сначала... Угу, чуть не упал. Сначала спустимся, я хотел сказать. Нас ждет вот этот вот... Перец. Блин. Какая-то у меня реакция сегодня вообще, как у этого, как у аутиста. Тут у нас чего? Тут у нас... Ага, вот стоит. Еще один. Прикол, я убил его, а это... Сосуд этот цел остался. Первый раз такой. Обычно сосуды первые лопаются, и этот чел оттуда появляется. Тут ловушка Джокера, кстати, смотрите. Оп. И пошел вниз. Там ни хрена нет. Ну чё, попробуем. Но, наверное, с этими я буду драться с щитом и мечом тоже, потому что, бля, там три босса сразу. Это пиздец. Это жестко. Нет слов. И с вот этим щитом, скорее всего, надо это будет делать. И плюс... Блин... Ладно, ладно. Плюс надо выставить себе хилку. Плюс надо скушать... Нет, скушать один самоцветик. Да, чтобы вылечиться. И скушать вот эту вот штучку. Чего? Пробуем. 2 хилки. 3 хилки. Сразу нас встречают. Хороший урон у них. Можно судить по моей выносливости. Который разносит просто. Пух и прах. Хилимся. Угу. Да, все. Все понятно, как говорится. Не знаю, может, я пока их пропущу. Они какие-то прям, блядь. Не знаю, мне не хватает мощи с ними подраться. Как будто не хватает того самого двуручного меча, чтоб я просто ебал им по 600 урона и спокойно жил. Так, ладно. На этом мы заканчиваем эту серию, на этой грустной ноте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.